О том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается посетить Москву, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Цель визита – обсудить создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Это не первая поездка Гросси в Россию в связи с ЗАЭС. В октябре он встретился с президентом, после чего заверил, стороны подошли ближе к созданию защитной зоны. В этот раз формулировки по итогам визита были примерно такие же. Разговор назвали предметным, полезным и открытым. Сформировано какое-то общее понимание, что в принципе из себя должна представлять эта зона безопасности. Речь идет о условиях, при которых территория Запорожской атомной электростанции не будет использоваться для размещения тяжелого вооружения, и, соответственно, и по ней не будут наноситься удары из тяжелого оружия. Во время нынешнего визита встреча с президентом не была предусмотрена. В Москве Гросси общался с представителями госкорпорации «Росатом», МИДа, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. Некоторые эксперты считают, переговоры по подписанию декларации о защитной зоне на Запорожской АЭС на финальном этапе. Было анонсировано, что такая зона может быть создана до конца года. И я думаю, если все-таки выйдут стороны на вот тот самый текст декларации, который упоминался, то до конца года вполне может произойти, опять-таки, очередная встреча уже в целях подписания этого документа. Скажем так, сформализовано, что понимать под территорией ЗАЭС и прилегающей территории. То есть и в пределах этой территории стороны конфликта будут воздерживаться от той или иной деятельности. Стороны договорились продолжить консультации, чтобы выйти на окончательный вариант текста документа в максимально сжатые сроки. Гросси отметил, важно, чтобы зона безопасности была сфокусирована исключительно на предотвращении ядерной аварии. Но, как заявляют эксперты МАГАТЭ, не в силах прекратить обстрелы станции. У организации исключительно технический мандат, и она не может давать политических оценок событий. В конечном счете, решение вопроса безопасности ЗАЭС зависит от двух сторон конфликта, но их позиции как расходились, так и расходятся. Украина настаивает, чтобы российские войска оставили станцию, а Россия говорит о необходимости прекратить удары по объекту. Екатерина Глазунова, Павел Глазунов, CGTN, Москва.